Илюха, Илюша, ты самый лучший в мире программист и обязательно сможешь доделать сайт. После этого ты будешь пить пивас и курить сигаретки и испытывать двойной, а то и тройной балдеж от проделанной работы. И я в тебя верю. Удачи, радости и счастья, Илюха! Привет, Тимба! Поздравляем тебя с прошедшим днем рождения! Желаем тебе счастья, побольше ММР, балдежно провести оставшееся время в лучшей школе Земли, найти себе очаровательную девушку, не раскидывать больше свои вещи у меня по столу и не резать колбасу полосками. Всего наилучшего! С праздником, горох! С праздником, горох! Тимба, с днем рождения тебя! Желаем блага, радости, удачи, счастья, балдежа, успехов, Тимба! Здравствуйте всем, блядь, всем, ребята! Сегодня 2020 год, 18 февраля. Сегодня батя пришел с работы. Батя давно пришел с работы, но ужинать мы будем только сейчас. Время сейчас 10 часов 10 минут, 10 минут 11-ка. 22 часа 10 минут, без 50 11. Батя скажет все как было. Вот пришел с работы, и сейчас будем думать, что поужинать. Есть рожки... У нас есть вкусное мясо, не рыба. У нас есть вкусное мясо, не курица, не рыба, не свинина, не говядина. Это мясо необычное. Расскажи, какое мясо? Курица с сыром. Нет. Это вот это мясо. Ладно, шучу. Расскажи что-нибудь. Курица, рожки есть, есть яблочный. А про вот это мясо? А про вот это? А он получит свой вискас. Угу. Маркиз получит свой вискас, он и ждет его. Ладно, я шучу, это не мясо, это маркиз. И всем благо, радости, удачи, отличного настроения. Ребятки, хорошего дня. Еще впереди большая неделя. Ребятки, хорошего дня, удачного вечера, балдежного времяпрепровождения, приятного просмотра. Скоро будет клип-клип, скоро будет песня-песня, скоро будет клип-песня, скоро будет песня-клип. Ребятки, ждите. Ребятки, мы приступаем к ужину. Вот это крылышки, это правда крылышки. Как вам доказать, даже не знаю. Ребятки, кто понимает в крылышках, это крылышки. Я вам всерьез говорю, правду честно говорю, от всей души. Вот смотрите, это крылышки. Даже вот могу показать, вот крылышки, смотрите. Это крылышки, ребятки, вот она косточка от крылышек. Косточка, это крылышки, ребятки. Это крылышки, натертые сыром, сыр натертый. Вот она косточка, это крылышки, ребятки. Многие подумают, что это пирог, но пирог это в другом, на другом листке был, мама делала пирог. Но это крылышки, ребятки, крылышки. Вот они крылышки, вот смотрите. Конечно, это крылышки, вот. Это мама натерла сыром. Ребятки, приятного аппетита, а мы сейчас будем есть. Всем удачи, радости и счастья, балдежа, успехов. Ну, всем удачи. Мои поздравления с днем рождения, летя в Чечню. Поздравляю Алиева Эли с днем рождения, Эли. Желаю, чтобы все твои мечты и желания исполнились. Счастья, здоровья, удачи, любви и кучу денег в твои карманы. Балдежного дня рождения, с днюха, Эли! Ребята, я долго пытался изобрести изобретение, и наконец-то я изобрел полезное, эффективное изобретение. Надписечник. Он защищает в бою, в поединке, чтобы не повредить ваши яйца. Он защищает от промокания. Он делает веселее вашу компанию друзей. На нем можно играть, музыку играть. Ребятки, видосик в ленте гляньте, оцените. Ребята, сейчас время 2 часа 5 минут, 5 минут 3-го, без 55 минут 3, без 55 минут 3 время ночи. Сейчас гляните. И время к ночному перекусу. Ребятки, что мне ночью перекусить? Я уже чай навел, чай уже готов, вот он чай готов. И мне надо что-то перекусить на ночь перед сном. Перед тем, как идти спать, надо поесть. На голодный желудок идти спать очень плохо. Лучше перекусить. Сейчас посмотрим, что у нас есть, ребятки. У нас есть сосиски. У нас есть тут, так, вино. Ну, вино это не еда. У нас есть бургер. Вот здесь бургер. Такой вот очень вкусный бургер. Есть вот такой бургер. Так, наверное, бургеры поем. Тут есть у нас напиточек. Так, варенье есть. Так, яйца есть. Точнее, если что, ребятки, яйца все в том холодильнике. Вот они, яйца. Яйца в том холодильнике. Вот они.
Вот и не яйца, вот она, коробка вискаса, вот все здесь. Это пирог яблочный, а еще есть крылышки жареные, точнее уже доеженные. Вот они, остатки. Вот, ребятки, кстати, в надписочнике можно носить еще вареные яйца, можно еду носить, и все сохранится в тепле. И вот в тепле все будет, ребятки, вы можете переносить еду в нем. Удачи, радости и счастья, ребятки, скоро будет в каждом магазине. Мы этим сейчас занимаемся, патентовкой, чтобы производство было в каждом магазине, ребятки. Когда будет первая партия, не упускайте, покупайте. Ценник будет недорогой. Пока это будет массовое производство, вначале будет ценник недорогой. Но когда оцените качество и оцените эффективность продукта, тогда, наверное, на проценты